Здесь сейчас торжественно поднимают российские флаги, хотя на протяжении многих лет подобная церемония проходила с украинскими. Курсантов Академии имени адмирала Нахимова в Севастополе уже переодели в российскую форму. Однако на торжественном построении на плацу Академии в пятницу в последний раз можно было видеть и курсантов в украинской военной форме. Они решили не предавать украинскую присягу, поэтому едут в Одессу, где, как уверяет украинская сторона, у курсантов будет возможность продолжить обучение. Как видим, мы уезжаем в город Одесса, мы дальше будем продолжаться учиться на военных моряков. Потому что это как бы моя мечта, я давно мечтал. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь остаться, но такая уж судьба. Придется уезжать, продолжать где-то уже в другом городе учиться. Но буду продолжать на моряка учиться. Несмотря на напряженные отношения между Украиной и Россией из-за аннексии Крымского полуострова, которую Кремль устроил в марте, играя на пророссийских настроениях населения, курсанты прощались с сожалением. Эти объятия и улыбки вряд ли означают, что они останутся лояльными к действиям России или Украины, если их руководство прикажет защищать интересы своей страны. По сообщению украинской стороны, из Севастополя выехали около 200 курсантов, преподавателей и лицеистов. На полуострове российские военные установили контроль над всеми военными частями украинского флота и вооружением.